Привет всем! С вами агентство хороших новостей. Что нужно женщине? Купаться во внимании, море цветов и жить так, будто каждый день это праздник. Прямо как ведущая фестиваля Bridge TV Need for Fest певица Анжелика Агурбаш, которая на днях громко отметила свой день рождения. Свой день рождения Анжелика Агурбаш отметила с двойной силой. И за прошлый карантинно-бестусовочный год, и за этот. А значит, вдвое больше цветов, звездных гостей и эмоций. Я сегодня рыдала утром, потому что моя дочь выставила пост в Инстаграм. Сегодня утром я поздравила ее, сделала ей такое сентиментальное видео с нашими детскими фотографиями. Даже попросила сегодня показать это видео для гостей. Это я, Люди! И пока в это время с той же эмоциональностью мир обсуждает Евровидение, именинница вспомнила, как и сама в 2005 году представляла на конкурсе родную Беларусь. По словам певицы, организаторы конкурса не сильно беспокоились о комфорте музыкантов. Выданные наушники были такими глухими, что Анжелика чуть не пропустила вступление своей собственной песни. Публика орала так громко, именно орала, ликовала, что я просто не слышала даже тональности, даже в наушниках, которые были у меня в ушах. Ну а этой весной фэны услышали новый трек певицы под названием «Мы океаны». Под него уже на боксерский ринг решила выйти чемпионка мира по боксу Анна Левина и одержала победу. Ну а друзья Анжелики Агурбаш даже переживают за такую откровенную силу ее харизмы. Анжелика такая богиня. Я подарила ей очень красивую накидку на купальник. Ее энергия, она, конечно, невероятна абсолютно, потому что с ней рядом, в общем-то, долго находиться тяжеловато. Ну а мы поздравляем певицу и ведущую фестиваля Bridge TV Need for Fest с днем рождения! Люби меня глазами, смотри меня.